Доброго времени суток, уважаемый зритель! Сегодня я познакомлю тебя с проектом, который называется Катена. Катена – это децентрализованная торговая платформа и обмен, построенный в основном на технологии блокчейн и внедрение новых алгоритмов и протоколов искусственного интеллекта для развития торговой экономики. Катена имеет тенденцию применять революционные технологии и алгоритмы использования технологии блокчейн, чтобы создать прочную платформу, которая нарушает и в конечном итоге изменяет ход торговли. Как вы видите, на сайте представлено очень мало информации. На главной странице есть white paper, децентрализованный exchange и digital asset, но все остальное вы увидите здесь, кликая также по небольшим разделам, небольшие странички и изучая информацию. Вот кликая везде, вы будете узнавать ту или иную информацию. Вот тут почему именно Катена должна быть. Тут описывается в основном информация, которая связана именно с обстановкой на данный момент, с обстановкой, которая была ранее. И представлено, в общем, все. После того, как вы прочитаете, вы поймете, что действительно требуются изменения и что эти изменения будут благодаря Катена, проекта Катена. В общем, очень интересно, почитайте. Тут немного, как вы сами увидели, только что. Поэтому я, собственно, не буду на этом особо останавливаться. Также представлена технология. Технология также представлена очень просто, немного, быстро, лаконично. Тут все расписано, поэтому приходите, изучайте. Давайте вернемся к видению. Я к нему, собственно, еще не перешел. Как вы видите, опыт. Наша команда имеет 50-летний опыт работы в области торговли, производства, разработки продуктов, стартапов, технологий и очень много еще чего они имеют. Я только не понял 50-летний опыт команда, и поэтому я пытался найти команду, но здесь у них команды нет. В следующем видеообзоре мы с вами изучим white paper и поищем там команду для того, чтобы все-таки ознакомиться с ней, потому что, ну, мы все знаем, что команда — это основа основ. Хорошая команда — хороший проект, соответственно. Ведь только профессионалы смогут сделать проектом то, что, собственно, и делает проект действительно хорошим и уникальным. Поэтому ждите моего следующего видеообзора. Будем изучать white paper, будем разговаривать о команде. А я же с вами на этом прощаюсь. Переходите по ссылочкам в описании, изучайте проект. Всего доброго и до новых встреч!